Сегодня 17 марта 2023 года. Так я называю это мечеть в Айзовском, который рисовал. Соответственно, все закрыто. Даже принципиально все закрыто, потому как здесь большая такая решетка и никуда не пускают. Хотя есть ворота, есть все остальное. Вот этот. Вот. То есть по-прежнему Стамбул, по-прежнему Турция. Идет мелкий дождь, моросит. И очень много машин, очень мало общественного транспорта и очень-очень шумно было, когда мы сюда шли. Вот, в принципе, сейчас мало народу, он там какой-то дед продает корм для голубей, и голуби, видимо, это чувствуют, и, соответственно, здесь и тусуются. Вот, в принципе, для туристов здесь все минимально организовано, то есть так очень аскетично. Вот, особенно, конечно, транспорт. Транспорт здесь очень-очень-очень оставляет желать лучшего, общественный транспорт. Ну, а такси, соответственно, попадает в пробки. Ну, а пешком ходить очень далеко, большие расстояния. А, ну вот отсюда виден мост и, в принципе, само это сооружение, которое где-то там у Азовского в картинах нарисовано. Вот и кошки побежали. Кошки побежали, но, видимо, на завтрак или на обед. Ну, поилочка. Это поилочка для людей. Кстати, достаточно тоже интересная, видимо. Ну, вот у каждой мечети есть такая поилочка. Или это омыватель ног. Даже не знаю. Вот здесь вот краны, видимо, именно для питья, а это для набирать воду либо в какие-то емкости, либо действительно самые мыть ноги. А вот и кошки. Кошек море. И что-то они тут задумали, потому что, видимо, им, видимо, перепадет здесь. Ладно, все-таки какие-то открытые ворота есть. Пойдем посмотрим, что у нас тут. И, видимо, за стеклянной дверью можно посмотреть, что есть внутри. Это вход в эту мечеть. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. А, это... Неужели здесь обмен валюты? Нет, здесь снимаете вашу обувь. Сейчас мы посмотрим, где надо именно снять обувь. В каком месте надо снять обувь. Потому... А, вот здесь, видимо, здесь порожек. Вот. Сейчас я сниму здесь обувь, и тогда можно будет войти. Только вот здесь вот сейчас. Сейчас сниму обувь. Вот так вот. И уже перешагнем здесь. А, вот. Стеллажи для обуви. Стеллажи для обуви. Здесь уже дальше идем босиком. Ну и все. Выхожу обратно. Вот мои ботинки тут стоят. Сейчас надо только их развернуть вот сюда и одеть. Ну вот. Сейчас я зашнурую, мне нужны две руки, так что отключаю пока телефон.